Как долго ты был в тюрьме? 3 чудеснейших года. Что ты сделал не так? Я был как современный Робин Гуд. Разве что я не раздавал деньги бедным. Ходят слухи, Дэнни Бишоп вернулся. Дэниел, ты должен немного денег. В общем, если не вернешь мои деньги за 72 часа, я возьму твою миленькую племянницу и прикончу ее. Нужна еще одна афера. Еще один раунд за покерным столом. Буду на больших ставках, лично я обыграю Дэниела. Почему ты любишь чужие страдания? Сладкий. Я кончаю от этого. Наверное, вам интересно, смогу ли я это провернуть. И вы спросите меня: Дэнни, как ты стал таким классным? Артур, я прирожденный аферист, но что еще сказать? И победитель? Никто не рыпается, пока мы не закончим эту игру. Так в чем подвох, Ричард Никсон? Ты, мать твою, что, Далай-лама? Лучшее, что я умею, это брать что-то чужое и исчезать с этим.